Выросла оперативность реагирования на лесные пожары. 2019 год 970 пожаров, 2020 год 700 пожаров. Было площадь в 2019 году более 1 000 000 гектаров пройдено огнем, то в этом году 117 тысяч. Вот эти два показателя, которые четко говорят о оперативности. И именно оперативное реагирование специальных служб, подразделений должно быть более качественно и снизить еще на несколько десятков процентов. И это говорит о мобилизации самой лесной службы.